Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с развернутым и прямым углом. Итак, что же такое развернутый угол? Значит, давайте мы с вами проведем прямую линию. Посередине поставим точку О. Так вот, угол О будет называться развернутым углом. Значит, по-другому его можно обозначить угол АОБ. Какая будет у нас запись? Этот угол можно обозначить угол О или можно обозначить угол АОБ. Либо его можно обозначить угол БОА. Итак, еще раз мы говорим, что этот угол называется развернутый. Значит, как образуется развернутый угол? Он образуется двумя дополнительными друг к другу лучами. Два дополнительных друг к другу лучами. Вот они. Вот один, вот второй. Значит, как определить прямой угол? Если мы возьмем наш угол развернутый и свернем его пополам, то мы получим два прямых угла. Вот один, вот второй. Итак, АОС будет прямой угол. И СОД также будет прямой угол. То есть прямой угол – это половина развернутого угла. Половина развернутого угла. Как строить прямой угол? Ну, для того, чтобы построить прямой угол, можно взять любую линейку. Значит, на любой линейке есть прямой угол, и вы просто-напросто обводите часть этой линейки. Ну, вот у меня таким образом. Хотите, можете обводить внутреннюю часть. Вот она. Вот это и будет прямые углы. Теперь бывают случаи, когда у людей нет линейки, нет треугольника, да? Значит, берем обычную линейку, прикладываем ее и обводим угол. Вот у нас получился прямой угол. Значит, спасибо за внимание.